Это Алана Фицджеральд. Как она здесь оказалась, целая история, которую я вам расскажу. Я все еще хочу поступить в Джулиард, но я пока не потяну $1200 за заявку. Хочешь сказать, что не сможешь заплатить $7 за урок? Ведь это наши деньги на сэндвичи. Сэндвичи сегодня не будет, мисс? Питер, давай поговорим про Алану. У меня идея. Такая талантливая, но у нее нет денег на колледжи. О, нет. Я знаю, это грустно, и в этом мы можем помочь. Этот отвратительный акт скрепил сделку. И таким образом Алана стала членом нашей семьи. О, это должно быть Алана. А ты что теперь, экстрасенс? Просто открой дверь. О, добро пожаловать, Алана. Привет, я Питер. Я люблю перекусы поздней ночью. Я Мэг. Не трогай мои барабаны, иначе ты труп. О, Лось, тебе так повезло с такой красивой семьей. Той ночью мы ели такие вкусные начо и тако, что мы аплодировали стоя. Нам завидовал весь двор. Вы знали, что у вас бассейн на заднем дворе? Он просто сорняками зарос. Пушечное ядро! Правда, там нет воды? Признаюсь, Алана, я не знала, как все обернется, но ты просто замечательно справляешься. Да, все выглядело идеально в нашем доме. Но иногда все не так, как кажется. Мы были так уверены, что жизнь матери бессмысленна. Да, Алана была вылитая Лиза. Персонаж из «Одержимой». Я только что погуглил. Стюи, ешь свои овощи. Почти провела, но я не так глуп. 8:15. Это намного позже, чем я обычно просыпаюсь, но я не буду реагировать, как персонаж из фильма 80-х. 8:15! Простите меня, я не знала, что столько просплю. Вы, наверное, голодные? А, доброе утро, Лоис. Я подумала, что надо дать тебе выспаться. Мама, она сделала нам яйца с фалафелем. Или как она это зовет, фалафель а-ля Алана. Да, поэтому я не даю ему есть те хлопья. Но главное в том, что вам всем понравилась Алана. Мэг, у тебя это отлично получается. Да. За мной приглядывала девочка постарше, она мне показала. Домино падали один за одним. Особенно Питер, который обнаружил, что Алана ему вполне по вкусу. Санта? Я почти вижу твою попу через ночнушку. Алана, почему ты не спишь так со Ским? Прости, я просто чистила холодильник. Хорошо, но любые леденцы, на которых написано «Питер Гриффин», мои. Поняла. Что еще тебе тут приглянулось? Могу представить себе еще парочку вещей. Тебе понравились все 5 блюд? Ну, я бы не назвал амьюзбуш отдельным блюдом. Можно я буду откровенна с тобой, Брайан? Я немного обеспокоена насчет Аланы. Но иногда мне кажется, что ей что-то нужно, а я не знаю, что. Я хотел тебя попросить об одолжении, Алана. Не могла бы ты делать меньше работы по дому? Я беспокоюсь, что Лоис чувствует себя бесполезной, потому что ты делаешь всю работу по дому. Я бы не хотела, чтобы она чувствовала себя некомфортно. А может, поговорим об этом, пока я тебя вычесываю? А я вижу, что ты делаешь. Мы все знаем, какой ты большой душка. И даже если бы ты мог быть грубым со мной, я бы все равно тебя любила. Да, но любила, говоришь? Но насчет Лоис, я все еще боюсь, что она несчастна. Несчастна? От чего ей грустить? Ну, дорогая, веселье нам не занимать. Привет, Лани. Почему бы мне не дать тебе остаток за неделю заранее, чтобы ты могла уже уехать? Это так щедро, Лоис. Я выйду завтра утром. Но все было наоборот. Вот $1200. Я хочу, чтобы к утру Лоис Гриффин была мертва. Доброе утро, Крис. Доброе утро, Мэг. Доброе утро, Лоис. Лоис! Мои вещи были в стирке, и я одолжила твою одежду и лифчик Питера. Но, Алана, почему у тебя рыжие волосы? Я решила покраситься. Я хожу за покупками, Алана. Я тебе не понравлюсь, когда я за покупками. Когда я вернусь с рынка, будет лучше, если ты уже уедешь. Я понимаю. Я обещаю, что после сегодня ты меня никогда больше не увидишь. Боже, обожаю шопинг! Новый, более красивый магазин. Какого черта? Они тут продают только веревку и мешки для тел? О, нет. Народ, я только что нашла записку от мамы. Дорогая семья, я решила оставить вас всех и стать лесбиянкой. А так можно было, что ли? Пап, как это случилось? Я виню себя. Из-за моего жира я не могу быть сверху. Остановитесь, зачем вы это делаете?
Это как-то связано с незнакомкой, которой я позволила захватить свою жизнь и семью за последнюю неделю? Пожалуйста! Заткнись! Мы везем тебя убивать! Стойте, стойте, стойте! Что? Пожалуйста, не дайте двум белым женщинам сделать подкаст о моем исчезновении! Итак, мы возвращаемся туда, откуда начали. К Алане и ее крайне изощренному пути к алтарю. Мы собрались сегодня, подозрительно смешно, чтобы отпраздновать союз этого мужчины и этой женщины. Если никто здесь не хочет высказаться, почему этим двоим не стоит жениться, я объявляю... Остановитесь! Что это такое? Эта женщина пыталась присвоить себе мою жизнь и убить меня, и... Это очень серьезное обвинение. Это правда, Алана? Прости, Луис. Я так хотела твою жизнь. Боже, тебе надо больше выходить в люди. Ты собирался жениться на ней. Прости, Лоис. Все, что мне нравилось в Алане, она просто украла у тебя. О, Питер. Вы арестованы, мисс Фицджеральд.